В областном парламенте обсудили актуальный вопрос водоснабжения правобережной части Ульяновска. Заседание профильной комиссии состоялось при участии председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. С его слов, для строительства резервного участка воды потребуются колоссальные средства – порядка 10,5 миллиардов рублей. Такими финансами область не располагает. Нужна гарантированная поддержка со стороны государства. В связи с этим участники встречи приняли решение сформировать заявку по разработке федерального проекта в сфере экологии и направить документ в правительство Российской Федерации. Дело в том, что сейчас в указе президента как раз есть раздел, майский указ президента, как раз есть раздел по экологии и чистой воде. И мы хотим, чтобы мы вот завершили эту работу, получив государственную экспертизу на наши проектно-изыскательские работы, и всем таким образом на базе вот этой заявки рассчитывать на какие-то федеральные средства. А по поводу сроков? Ну, нам все это надо сделать до 1 октября. Строительство второго источника водоснабжения для правобережной части регионального центра началось еще 33 года назад. Участок артезианских вод, так называемое Свияжское месторождение, находится в 50 километрах от Ульяновска между Кузоватовским и Теренгульским районами. К началу перестройки здесь успели пробурить несколько скважин и даже проверить воду на качество. Однако тяжелые для всей страны годы заморозили строительство водозабора на многие годы. Работы возобновили лишь в 2013-му. Несколько лет потребовалось на разработку проекта и получили лицензии в рамках существующего законодательства. Для себя мы оцениваем, опять же, посмотрели рынок, объем работы, который предстоит проектной организации, и оцениваем, что вот стоимость проекта будет составлять от 250 до 300 миллионов рублей. Это очень значительные средства, поэтому вот от качества подготовительной работы действительно будет многое зависеть. В марте на участке в районе села Спишневка началась разведка запасов воды. Вместе с нашими специалистами работают московские геологи. В настоящее время обследовано 62 водозаборных участка из 118 экспедиционных скважин. Пробурено 12 наблюдательных скважин. Проведены опытно-фильтрационные работы. Отобраны предварительно анализы качества воды. Сегодня группа приступает к бурению основных скважин. По прогнозам специалистов, предварительные объемы запасов артезианской воды будут известны уже в августе, а строительство и пуск воды общей сложности займет около 7 лет. Рената Леулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.